Всем привет! В эфире «Континент». Меня зовут Игорь Цесарский. Сегодня 14 октября 2024 года. До выборов остается совсем немного, но очередная встреча с Гэри Гиндлером, о которой многие из вас просили и которую многие из вас, я надеюсь, ждали. И вот теперь Гэри с нами. Гэри, приветствуйте! Добрый день! Вот, ну, как всегда мы говорим, это уже традиционно, вот буквально какой-то бывает промежуток времени, больше чем неделя, твоего отсутствия, и случается столько всего, что очень трудно в одну передачу вместить, но мы попробуем. Да, конечно, основные события и основная тема сегодняшней передачи – это выборы, которые состоятся через 3 недели. Знаковые выборы, которые определят судьбу всей человеческой цивилизации. Но сегодняшний разговор я хочу начать не с выборов 24-го, а с выборов 28-го года. Хочу отметить, что предвыборная гонка началась, и традиционно вице-президентские дебаты открывают вот эту вот новую страницу. И главный претендент, как известно, это тот человек, который был номер 2 в республиканской праймерис, это губернатор Флориды, штата Флорида, Рон ДеСантис. Но вот теперь, после вице-президентских дебатов, у Сантиса появился очень сильный противник, будущий вице-президент Венс. Оба они будут главными претендентами на республиканскую номинацию 28 года. И от Трампа будет зависеть, как эти два человека будут работать в трамповской команде. Будут ли они врагами, будут ли они друзьями. С политической точки зрения никто не может сделать их друзьями. Они политические враги, хотя принадлежат одной и той же партии, и хотя они думают практически одинаково, место на Олимпе всегда будет только одно, а не два. Вот такие дела в 28-м году, где уже четко определились два ведущих кандидата, два врага на одно и то же место. А вот у Трампа тоже появился новый враг. Как неожиданно это может быть для многих. Да, у него появился новый враг. И имя этого врага известно. Это высокопоставленный демократический адвокат, лоер Марк Элиас. Марк Элиас известен тем, что он специализируется на выборных делах. Нарушения на выборы и прочее, прочее, прочее. Всего у Камалы Харрис 75 высокопоставленных, хорошо известных адвокатов, которые будут защищать ее интересы в случае, чем каких-то там махинациях на выборах. Хотя трудно представить, чтобы республиканцы какие-то махинации делали. И эти 75 человек готовы ринуться в бой под руководством своего главнокомандующего Марка Элиаса, который хорошо известен своими, ну, как это правильно выразиться, совершенно необоснованными судебными исками против республиканцев. Один из последних исков заключается в том, что администрация Байдена судит несколько штатов за то, что они посмели, на минуточку, что они посмели почистить списки избирателей и забрать оттуда не граждан Соединенных Штатов. Подумайте, вот с такими людьми мы будем иметь дело. А что же республиканцы? Мы часто слышим, что да-да, вот Трамп победит, но у него украдут выборы, потому что вот как в 2020 году у него украли, и ничего сделать нельзя. Гипс снимают, клиент уезжает, все. Команда Трампа объявила еще в начале года свою задачу максимум – набрать 100 тысяч волонтеров, наблюдателей на избирательных участках, и 500 адвокатов, 500 хорошо обученных лоеров, которые будут защищать
интересы Трампа на этих выборах, в том случае, когда будет заметно, что демократы делают какие-то махинации. Ну и каков же итог этого громогласного заявления? А вот какой. Лора Трамп, невестка президента Трампа, объявила на прошлой неделе результаты вот этой вот активности. Набрано не 100 тысяч, а более 200 тысяч волонтеров. Это армия людей, которые будут следить, чтобы не было вбросов, чтобы не было подтасовок. А как же по поводу адвокатов? 500 не набрали. Набрали 5000. 5000 республиканских адвокатов готовы грызться в глотку любому, кто будет делать какие-то нарушения. И понятно, что эти 5000 не будут равномерно размазаны по всем 50 штатам. Понятно, что 4000 будут сидеть в штатах, так называемых battleground states, где самые будут происходить все эти махинации. А смысла держать в штате Калифорния нету. Понятно, за кого проголосует штат Калифорния. То же самое Иллиной, Чикаго. Нет смысла держать там много адвокатов. Там и понятно, что будет. Нет смысла держать адвокатов в штате Техас и Флорида. Понятно, что там будет. Там выиграют республиканцы. Поэтому такая махина, которую выстроил Трамп, возможно, окажется не по зубам демократов. Я сомневаюсь в том, что они смогут эту махину преодолеть. Малейшее движение с их стороны встретит тут же противодействие со стороны республиканцев, потому что есть кому. Напомню, что ни на выборах 2016 года, ни на выборах 2020 года такой армии волонтеров и адвокатов не было у республиканцев, не было у Трампа. Это происходит впервые. К чему это приведет? Надеюсь, приведет к положительному результату. И теперь я перехожу к главным событиям 2024 года, которые у всех на слуху, но почему-то люди не смогли все это скомпилировать в одну целостную картину. А целостная картина выборов очень и очень интересна. Это не просто противостояние республиканцев и демократов, Трампа и Харрис. Это та ненависть, явная ненависть, которую господин зиц-президент Байден обрушивает на своего собственного вице-президента Харрис. Это видно невооруженным взглядом. Президент Байден настолько недоволен, настолько огорчен, он находится в ярости по отношению к своей собственной демократической партии, которая заставила его отказаться от предвыборной гонки. Он настолько возбужден, что активно работает, активно саботирует, я бы даже сказал, кампанию Камалы Харрис. Здесь президент Байден уже совершил такое количество совершенно непристойных для члена партии поступков, что большинство сторонников Трампа, которых я знаю, просто радуются на все, что происходит. Вспомним, как 11 сентября на празднованиях в кавычках, события 11 сентября в Пенсильвании президент Байден надел шапку МАГА, шапку Трампа. Это вообще неслыханно. Многие расценили это как шутку, но в этой шутке очень много шутки. Потом возникла проблема с ураганами, в частности ураган Мильтон, который принес неисчислимые бедствия на два штата, на Северную Каролину и на Флориду. Так вот, выяснилось, что Камала Харрис безуспешно пыталась дозвониться до республиканского губернатора Флориды Сантиса, а он вообще не брал ее телефонный звонок. Не брал. И вот во время пресс-конференции, когда Харрис рассказывала, что вот я пыталась помочь штату Флориде, но вот губернатор не берет
трубку. В это же самое время бесстыжий вице-президент Байден сделал свою пресс-конференцию, на которой сказал, что я нахожусь в постоянном контакте с ДеСантисом, он знает мой личный прямой номер моего телефона, мы с ним постоянно перезваниваемся, и мало того, он прекрасно подготовил свой штат к этому урагану, там минимальное количество разрушений, и скоро там все будет исправлено. С какого такого бодуна, скажем так, президент страны поднимает на пьедестал ДеСантиса, республиканца, который является фактически правой рукой Трампа, по крайней мере, в Южных Штатах. А почему так происходит? Почему Байден проводит вот эту совершенно неприкрытую кампанию на подавление Камалы Харрис? Дело в том, что предыстория этого дела такова. Когда его вынудили покинуть гонку, выкрутив ему руки, поставив ему пистолет в виде 25-й поправки к виску, он в конце концов согласился. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Через 30 минут после того, как было объявлено, что вот он уходит с гонки, он подложил всем демократам большую свинью. Дело в том, что демократы, которые заставили Байдена выйти из гонки, предполагали создать так называемую открытую конвенцию. То есть на съезде партии будет открытая борьба между разными кандидатами, и действительно самого подходящего кандидата партия открытым, честным способом выберет того, который сможет победить Трампа. Но этого не произошло, потому что заговорщики предполагали, а президент страны, какой бы он ни был сильный, дряхлый, тупой, совершил вот такую штуку. Через 30 минут он объявил своего вице-президента главным кандидатом на президентские выборы. Все. Перечить президенту никто не смог. И в результате демократы оказались связаны накрепко с человеком, который, ну, двух слов сказать не может. Это всем известно. Зачем все это Байдену? Ну, мало ли того, что заставили старика выйти из гонки, да, ну. Дело в том, что да, он конечно, негодяй, он, конечно, синильный, у него, конечно, деменция, но он хочет уйти в историю как единственный демократ, который смог победить Трампа. Да, с помощью подлогов, фальсификации, но это войдет в учебники истории, что некий господин Байден в 2020 году победил господина Трампа. Из книг по истории это уже не выбросит. И он хочет остаться в учебниках истории как единственный человек, который смог победить Байдена. И вина за все это возлагается Байденом на кого? На элиты Демократической партии, потому что они отвергли Байдена уже два раза. Они в 2016 году отвергли Байдена и поставили Клинтоншу бороться с Трампом. И в 2024 году они не дали ему возможность вновь победить Трампа. Он очень зол. Он очень зол. И он конечно, обладает огромным политическим опытом. Я в одной из статей, помнишь, назвал Байдена Леонидом Ильичем Байденом. Да, он в конце своей карьеры двух слов сказать не мог, но и Байден, и Леонид Ильич обладали огромным политическим опытом. И как политик он практически на автопилоте делает то, что должен делать политик. Он защищает
свои достижения, свои легаси. Его задача состоит сейчас вот в чем. Не помочь Камале Харрис, а доказать партийным бонзам, что те путчисты, которые выбросили его как ненужный мусор из гонки, глубоко ошибались. Это главный приоритет Байдена. Несмотря на его маразм, все эти вот сидения на пляже во время ураганов, понимаешь, он профессиональный политик. И сейчас саботаж Камалы Харрис он делает вполне профессионально. Ты знаешь, я хочу тебе такую вещь сказать, что ты очень много употребил определений. Синильный, маразматик, в деменции и так далее. Но, говоришь ты, тем не менее. Но я бы вспомнил, что у него есть жена. Называется она амбициозная дама, доктор Джилл. Я не говорю про остальных членов семьи, в том числе про этого, про это ничтожество Хантера, но дело в том, что ее амбиции, может быть, еще троекратно, десятикратно не были реализованы. И, может быть, там, где у него отказывает, может, она здесь вступает как игрок. Мы это никогда не узнаем. Ну, догадаться там... можно? Можно, но у нас нет никаких прямых доказательств этого. Все, что я говорю о Байдене, предполагает не Байдена лично, а ту команду, которая до сих пор лояльна к нему. Сюда относятся и Джилл, и те сотрудники Белого дома, которые до сих пор остались с ним, а не перебежали. Да, и не хотят помогать. Ты читал и не хотят помогать, там уже большие трения, об этом нужно отдельную передачу делать, какие трения между администрацией Белого дома, президента, и выборной кампанией вице-президента, как люди бегают туда-сюда, потому что сидеть на двух стульях не получается. Если ты остался с Байденом, то тебе места в новой администрации не будет. А если ты остался с Камалой Харрис, и если ты проиграешь, то твоя карьера тоже завершена. То есть там очень много сложностей для всех этих людей. Я хочу, чтобы ты поставил первую картиночку для наших зрителей. Вот эта картиночка, она сделана с помощью искусственного интеллекта. Не я ее сделал, но вот она вот гуляет по интернету. Она четко описывает дамочку, которая рвется к власти. Другого человека на этой картинке, я думаю, тоже все узнали. Товарищ Карл Маркс, который, собственно, воспитал вот такую вот дамочку, которая рвется к власти. Пусть эта картиночка пока повисит, пока я расскажу дальше про Байдена. Вот он надел шапку трамповскую. Да? Ну, я не знаю, будет он голосовать за Трампа или нет. Вполне возможно, что будет. Потому что его это было бы смешно. Ничего не решает. Мы знаем, как проголосует Вашингтон, Дистрикт Колумбия. Но каждый раз, когда он выходит на паблику, вот он как-то уходит в тень, да, вот он не может много работать, он уходит в тень, он по две недели сидит на пляже. Но как только он появляется на паблику, он делает что-то, чтобы подорвать престиж своего собственного вице-президента Камалы Харрис. Мы не можем ответить, вот возвращаясь к твоей реплике, мы не знаем, это сознательно он делает, или подсознательно, или бессознательно. Для нас важно, что он это делает. И это... заметно настолько явно, и он засовывает палки в колеса машине Камалы настолько часто, что об этом уже все начали говорить. Например, вот последний пример. Выделен новый пакет помощи Украине. Кто должен объявить об этом пакете? Да? Вот по идее, с точки зрения политтехнологов. Байден. Уже сыгранная карта, вот есть новый человек, вице-президент, она рвется в президенты. Почему бы не дать ей вот эту вот благородную миссию осуществить и объявить о новом пакете помощи Украине, да?
Ничего подобного. Байден сам берет бразды правления и сам объявляет о пакете помощи. А Камалу отправляет в Северную Каролину, где она объявляет об унизительной сумме в $750 пострадавшим от урагана. Причем люди могут получить эти $750 только если заполнят все онлайн. Но онлайна ни у кого нет в Северной Каролине, потому что нет интернета, нет электричества. Поэтому в той части, которая пострадала, давай так. Ну, конечно, речь идет о пострадавшей части. Угу. Поэтому такие вещи, когда они случаются один раз в 10 лет, ну, бывает случайность, да? Но когда это происходит постоянно на протяжении последних двух месяцев, ну, скажем так, после 21 июля, когда все это произошло, отказ Байдена и так далее. Смотри, какая получается интересная картина. Парадоксальная ситуация. В 2016 году партия республиканская выступала против главного республиканца Трампа. Известный факт. В 2024 году главный демократ Байден выступает тоже против партии, теперь уже демократической. Совершенно уникальная ситуация. А теперь у меня прямое обращение к сторонникам Харрис, которые смотрят эту передачу. Смотрите и прочувствуйте внимательно, что я сейчас скажу. Камалу Харрис удалось переиграть политику, страдающим деменцией. Это все, что вам нужно знать о Камале Харрис. Она проиграла старику, страдающему деменцией. Каким она будет президентом? Подумайте хорошо. К сожалению великому, здесь думалка отказывает у тех, кто поддерживает подобного человека, потому что достаточно даже посмотреть на эту картинку, пусть даже сделанную искусственным интеллектом, чтобы понимать, в какую сторону вот она, ну, естественно, и те, кто за ней стоит, готовы повести нашу страну. Они и ведут ее. То есть ЗИЦ, президент, он не сильно сопротивлялся, скажем так. Он же был, хотел быть отцом нации и для всех, но в итоге они его таки в бараний рог свернули, и он пошел в ту же левую сторону, как и нынешний тренд этой партии. Поэтому даже демократической, да, называться она уже явно не может. Явно, явно. И заканчивая разговор о личности Камалы Харрис, я хочу объявить о том, что случилось 40 минут назад. Есть такой Кристофер Руффо, известный такой правый аналитик. Он занимается раскапыванием плагиата высокопоставленных. Да, это он раскопал плагиат из Принстонского университета, из других университетов. И вот 40 минут назад на Твиттере он опубликовал новую статью, в которой четко доказывает, что госпожа Камала Харрис сплагиатила большую часть своей книги. Книга, я даже не знал, что есть такая книга, «Smart on Crime». Вот это вот такая книга, она написала по уголовному правосудию. Она была district attorney, поэтому вот такая вот книга. И действующий вице-президент Камала Харрис даже стащила вещи из Википедии. Просто cut and paste. Это совершенно новая сенсация. Она только появилась, только пошли первые отклики. Я почему ее заметил? Потому что я подписан на Руффо. С Руффо у меня такая была ситуация. Его книга вышла на неделю раньше, чем моя. И когда я как-то зашел на Amazon, там внизу под книгой есть такое вот «frequently bought together», значит, часто покупают вместе. Там моя книга была и книга Руффо по плагиату. Вместе часто покупались. Так вот, что этот факт сделает с Камалой Харрис, я не знаю. Возможно, это начало конца. Возможно, это конец начала. Мы не знаем. Но Камала угасает на наших
глазах. И, возможно, вот этот вот эпизод с плагиатом поставит большую и жирную точку на ее политической карьере. Мне кажется, что, вот смотря на ее эти вот дурацкий смех, понимаешь, не в попад, мне кажется, она хочет, чтобы выборы уже были сегодня, чтобы она успешно проиграла, успешно доработала оставшиеся пару месяцев должности вице-президента и ушла в тень. Ты думаешь? Ты все-таки думаешь, что она... Понимаешь, ну, все люди, которые смотрят на опросы общественного мнения, к которым мы вернемся через минуточку буквально, все прекрасно все понимают. И она не настолько тупая, чтобы не понимать разницу в цифрах, когда у Трампа на несколько процентов больше, чем у нее стабильно. Ну, Герри, она вот именно настолько, вот, кстати, тупая, вот. Тут кажется мне, что ты ее недооцениваешь, потому что возможно. Человек, который... Я могу теоретизировать, я не знаю, я догадываюсь, как она заканчивала колледж, и все, вообще весь ее путь мне представляется, и об этом написано. Но человек, который не в состоянии сформулировать даже то, выучить три ответа на вопрос по иммиграции и по прочим делам, когда она идет в студию и зависает буквальным образом, не зная, что сказать, это высшая степень идиотизма, не иначе. Ну, наверное. Я не хотел бы обсуждать вот эту личность, вот эту вот, понимаешь? Я обсуждаю компанию Камалы Харрис, понимаешь? В ее компании одни идиоты тогда сидят, получается? Ну, не одни, есть там парочку... Но они же прекрасно все видят и все прекрасно понимают, что команда Камалы Харрис понимает, что их выборная кампания находится на ранней стадии краха. Кстати, в самолетных терминах, знаешь, там есть такой термин «штопор», да? Вот когда самолет уходит вниз, в штопор. Кстати, если кто не знает, что такое штопор, спросите у Марка Солодина, который знает намного больше о самолетах, чем об американских внутриполитических реалиях. Так вот, Харрис достигла своего пика в августе. И с тех пор практически постоянно идет вниз. Давай откроем вот эту картиночку, пожалуйста. Так, ты ее сначала выведи. Ага, вот она. Есть, да? Вуаля. Какие цифры на сегодняшний день? У Дональда Трампа 54%, у Камалы Харрис 45%. Ну вот, все, что тебе нужно знать. Это твой любимый полимаркет, так? Это полимаркет. Смотри, вот я сейчас поставлю вот all. Вот Камала Харрис. Вот она синенькая, вот она пошла вверх. В августе достигла пика. Она здесь превысила Трампа почти на 10 пунктов. А потом она пошла вниз. Вот и все. И это при том, что помнишь тот вой, который подняли, что она якобы побила его абсолютным образом на дебатах. Ну, ты помнишь? Ну, они могут выйти сколько угодно, но цифры не подтверждают. Поэтому голословные слова, ну, голословными словами остаются. Вот и все. Смотри дальше. Это полимаркет. Сколько денег люди вложили? На Дональда Трампа 406 миллионов долларов. На Камалу Харрис 312 миллионов долларов. Это реальные люди, реальные деньги. Вот такая между ними разница. 54 на 45. Ну, считай на 8,5%. Но это старый сайт. Это Polymarket. Это сайт, который... относительно новый сайт. А вот есть другой сайт, который называется Cashly. Этот сайт занимался, это тоже тотализатор, но он занимался тотализаторством, ну, спортивных там матчей, там, кто кого победит в футболе, там, баскетболе и так далее, и так далее.
И вот 2 недели назад этот сайт Кашли получил разрешение от администрации Байдена делать ставки на выборы. Повторяю, это другой тотализаторский сайт, который имеет многолетнюю историю и который имеет, ну, такую репутацию такого хорошего бизнеса. Давай перейдем к этому сайту. Видишь сайт Кашли? Да. Вот. Вопрос, который задают эти люди на своем тотализаторе: кто победит в президентских выборах? И сейчас у них 53-47, который очень близко к тому, что дает сайт Polymarket, у которого 54-48. Понимаешь? И картиночка примерно да. На 46. Картиночка примерно та же самая. Примерно картиночка та же самая. Ты видишь, за сегодняшний день шансы Трампа упали чуть-чуть. Вот такой вот маленький провал. Причем он существует не только на этом сайте Кашли, но и на сайте Polymarket. Знаешь, откуда он взялся? Расскажи. Это третье покушение. О, третье вот покушение. Об этом мы, да, обязательно поговорим. Третье покушение. Я не знаю, что там говорить. Там еще много ничего практически неизвестно. Я вчера делал инфовыпуск и дал только, ну, формально все, что было к этому часу. То, что написали те же Нью-Йорк Пост и другие издания, которые, ну, фактаж дают без вот этих ненужных левых оценок. Но дело в том, что там действительно очередной раз мы сталкиваемся с тем, ну вот, я, кстати, об этом и сказал, что вот Гэри Гиндлер и в нашем разговоре обратил на это внимание, что когда была вторая попытка, тоже неудачная, к счастью, как и это даже не попытка, а вот, можно сказать, на ранней стадии остановленная, но вот вопрос-то назревает к тебе абсолютно тот же. Как ты думаешь, на этом будет остановка или это будет продолжаться вплоть до выборов и даже после них? Ты понимаешь, вот этот вот скачок вниз показывает, что американцы понимают, что демократы своей политикой привели к нормализации политических убийств. Никто не воспринял вчерашние события в Калифорнии с каким-то фурором, который ассоциировался с первым или вторым покушением, потому что это уже стало нормой. К сожалению, попытка политического убийства стала нормой. Кстати, по поводу номера. Okay? Все называют его третьим. Это не совсем так. Значит, было первое, это третье огнестрельное, скажем так. Yeah. И другие попытки химические. Там тоже непонятно, никого не нашли, ничего не определили. Да, ты рассказывал об этом, можно переслушать тот эфир, кстати. Да, если кто-то, то есть станет соберется. Понятно только если Трамп придет к власти, и тогда Департамент юстиции под эгидой Трампа что-то сможет раскопать. Сейчас просто ничего не известно. Человека, которого поймали при входе на выборные ралли Трампа, вроде бы республиканец, вроде бы. Найдена запись, где он выступает из зала, где проходил съезд партии республиканцев. Он вроде бы вхож и фотографировался с многими активистами республиканской партии. Но что интересно, как только его поймали, ФБР как-то очень быстро подсуетилось, и размер бонда на его освобождение снизился до $5000. Цифра совершенно смешная, если речь идет о покушении на президента. То есть сейчас, не имея на руках ни результатов расследований, ни результатов допросов, можно сказать только одно. Казачок засланный. Мы не знаем, каким агентством, ФБР или каким-либо другим. Но казачок засланный – это шпион, диверсант, который был заслан внутрь республиканской партии. Помнишь, как у
в известном романе. Подслушать, понимаешь, и сообщить. Да, вот и, ну, и, да, мы знаем, как это делалось. Помню, что знаменитое покушение на губернатора Мичигана, где из 10 покушавшихся 6 были агентами ФБР. Слушай, человек приехал на предвыборный митинг Трампа на незарегистрированном каком-то украденном автомобиле. Ага. У него нашли множество паспортов, часть из них поддельных. Хорошо сделанный пропуск в VIP-ложу. Огромное количество незарегистрированного оружия. А в штате Калифорния это no-no, незарегистрированное оружие. Угу. То есть все указывает на то, что это засланный казачок. Это да, все, но с другой стороны, с этим оружием он же мог его и применить. Мог. Мог. В том-то и дело, что мог. Вот. Давай остановимся на счете 3. Это третья попытка огнестрельного. Но я считаю, что это... третья с половиной попытка, потому что нужно за половиночку считать еще ту химическую атаку. Давай вернемся к выборам. Мы уже говорили о том, что саботаж первого срока Трампа – это событие, про которое уже написаны книги. И теперь идет интенсивная подготовка к саботажу второго срока Трампа. И главным в этом саботаже является разделение властей. Демократы попытаются и пытаются сделать так, чтобы республиканцам не принадлежали все три ветви власти. Палата представителей, Сенат и Белый дом. Они хотят, чтобы какая-то часть была против Трампа, чтобы он свои реформы не мог проводить. Какова ситуация по поводу всех остальных выборов? Идем на сайт Polymarket. Пожалуйста, поставь вот эту картиночку. Уже? Это баланс власти в 2024 году. Красным обозначена ситуация, где республиканцы заберут все три составляющих власти. Палату представителей, Сенат и Белый дом. Вот такое фиолетово, это значит президент будет демократ, республиканский Сенат и демократическая палата представителей. Они имеют 25% вероятность. Вероятность того, что демократы все три ветви власти заберут. 17%. Вот они синенькие внизу. И, наконец, последнее. Республиканский президент, республиканский сенат, но палата представителей становится демократической. 14%. Самый высокий процент – это вот какой. Когда республиканцы получают все. И отрыв республиканцев произошел в начале октября. В начале октября. После этого шансы резко пошли вверх. Осталось 3 недели. Как ты думаешь, смогут демократы этот разрыв как-то уменьшить? Ну, возможно, как-то что-то политтехнологи придумают. Но когда речь идет о Конгрессе, 435 человек в Палате представителей плюс 100 сенаторов, вряд ли они смогут всю эту махину, 535 рейсов, как-то обработать. Они не смогут, у них уже нет такой возможности. Невзирая на то, что команда Харрис набрала в 2 раза больше денег, политических пожертвований, чем Трамп. Понятно, что Трамп в деньгах не нуждается, потому что publicity у него огромная. Все просто стоят в очереди, чтобы он дал им интервью, поэтому у него нет проблемы с publicity. Последние
весьма серьезные заявления Трампа привели к тому, что мы имеем вот этот всплеск. А что это за политические заявления Трампа, которые привели в начале октября вот к такому вот всплеску? А вот что. Как это обычно делают республиканцы, закавыка вся налоговой политики. Трамп объявил, что он не будет взимать налоги с Social Security. Сразу заполучив в свой лагерь десятки миллионов тех людей, которые живут на пенсию. Сразу, автоматически. Кроме того, он объявил, что не будет взиматься налоги на типы. Кроме того, он объявил, что налоги на корпорации будут снижены до 15%. Это фактически мировой минимум. Поэтому вот этот вот всплеск Трампа и всплеск шансов на то, что все ветви власти будут в Вашингтоне принадлежать республиканцам, и произошел. Я думаю, что эту картиночку можно пока закрыть. Да, ну одновременно все-таки пытаются те же бывшие президенты работать на Камалу. Это и Обама, это и Клинтон. Они активно начали разъезды свои, агитацию, спасите Отечество и все остальное. Они пользуются тот или иной определенным весом у своих, естественно, избирателей бывших и тех, кто им симпатизирует поныне. Они-то люди немножко все-таки отличающиеся от Камалы, хотя бы интеллектом, ну, в особенности Клинтон, то неужели они не понимают того, что все средства, которые сейчас направляются и все остальное, коту под хвост, и вот с чего ты начал, 28-й год, ты хочешь сказать, что все вот это исключительно дымовая какая-то завеса, а на самом деле расчеты строятся уже на 28-й год, а этот цикл они уже проиграли, как ты сказал, еще, ну, может, пару месяцев назад. Да. Вот этот вот симбиоз демократов и средств массовой дезинформации сделал все возможное, чтобы скрыть истинную сущность Байдена 3,5 года и скрыть истинную сущность вице-президента. Ну и, конечно, губернатора тампонов Уолтса. И они понимают теперь, и эти графики показывают, что они понимают, что они потерпели неудачу. Этот выборный цикл для них закончен. Они проиграли, все кончено. Они озадачены, почему так произошло. Ведь они все делали правильно, да? Как партия вот методичка писала, все делали правильно. И они удивляются, почему кандидат Камала Харрис, за которого проголосовало ровно ноль избирателей до сих пор, ноль демократов за нее голосовало, ноль. Она ни одного голоса не набрала. Почему она теряет рейтинги? Почему она идет вниз? Ну, потому что никто не голосовал. И основная ошибка, которую они допустили, и оплошность, заключается вот в чем. Американские граждане не должны были узнать, что Камала тупая. Почему они не должны были об этом узнать? Потому что Трамп к сентябрю должен быть уже был похоронен. Убит, похоронен. Все, о нем должно было полностью все закрыто, забыто, все, его нет. И в такой ситуации Камала была бы на коне. Никто бы не задавался вопросом, тупая она или нет. Не с чем было бы сравнивать. А теперь для них все кончено. Все кончено. Шампанское пить по этому поводу рано. Еще осталось 3 недели, но купить шампанское надо. Это хороший совет. И все же, мы помним 20-й год, мы помним, что там происходило, помним всякие организации, которые существуют по сей день, но их активность по щелчку куда-то испарилась.
Ну, я имею в виду и БЛМ, Антифу, и же с ними. Вот, предположим, ситуация, когда, да, как и показывает Polymarket и другие, состоялось то, что Трамп победил по электоральным голосам и так далее. И тут же буквально не прошло и часа, как начинает страна полыхать, как Шиф и прочие вот подонки типа Шифа начинают говорить, что мы никогда не признаем. И, кстати, интересный вопрос, вот это благодарю кого-то из наших, извините, не запомнил, кто это написал в комментарии. А вот вопрос у человека очень такой интересный. Выигрывает Трамп. А кто утверждает его победу? А, отличный вопрос, отличный вопрос. Слушай, значит, как будет проходить утверждение результатов выборов? По Конституции они голосуют там 20 декабря, я имею в виду выборщики, коллегия выборщиков, а утверждение этих голосов происходит уже всем хорошо знакомую дату 6 января. Происходит это на совместном заседании обоих палат Конгресса, Сенат и Палата представителей. А председательствовать на этом заседании по Конституции должен вице-президент. Ничего необычного в 2025 году не будет, за исключением одной сильной закавыки. Дело вот в чем. Мы помним, что было в 2020 году. Ну, выборы 2020 года и 6 января 2021 года. Якобы штурм, значит, Капитолия и прочее, прочее, прочее. Так вот, Трамп 6 января 2021 года настаивал, что его вице-президент Пенс отменил результаты выборов, и это было законное требование, и это была законная прерогатива вице-президента. Когда есть сомнения в том, что выборы легитимные, когда есть подозрение в фальсификациях, нужно все остановить. Это не остановка света. Правительство продолжит работу, ничего страшного нет. В Конституции прописано, что будет в этом случае. Okay? Это не конец света. Он должен был остановить сертификацию и проверить, были нарушения или нет. На этом настаивал Трамп. Его требование было совершенно законным. Пенс на это не пошел. Их пути разошлись. Мы знаем, что политическая карьера Пенса на этом закончилась. Так вот, напуганные всем этим, господа демократы, имея полную власть в стране, в 2022 году, буквально через год после событий 6 января, приняли закон, и президент Байден подписал этот закон, это действующий закон, что теперь вице-президент, который председательствует во время сертификации выборов, не имеет права отменять результаты. Таким образом, с бледным лицом Камала Харрис будет сидеть 6 января на председательском столом и не сможет ничего сделать, потому что ее коллеги-демократы забрали у нее возможность что-либо делать. Вот такая политическая ирония судьбы. Или возьмет больничный. Не знаю, возьмет она больничный или нет, но она должна будет сама себе высечь, как та офицерская вдова, помнишь? Ну, это вообще картинка, ты себе представляешь, да? Конечно. 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 Но о чем же тогда говорят вот эти господа, упомянутые мной, Шиф, Раскин и прочие? Что мы... Они боятся, что Трамп посадит их в тюрьму. Не, это я понимаю, но на каких основаниях мы отменим эти результаты? Вот мне просто интересно логику понять вот этих заявлений. А они надеялись вот на что. Мне кажется, я об этом говорил. Что 2 января 2025 года новый состав Палаты представителей, который избирается каждые 2 года, будет приведен к присяге. И если у них большинство, они принимают резолюцию, что события 6 января 2021 года были восстанием. А по Конституции все, кто хоть как-то был причастен к восстанию против федерального правительства, не имеют права участвовать и занимать выборные должности. Все. Окей. То есть Трамп выиграл выборы, но не имеет права
въехать в Белый дом, потому что вот он принимал участие в восстании. Ага. Вот на этом была, так сказать... И тогда они получают Пенса, да, сходу? Ну, если Трамп победитель. Да. Так? Да. Это для них лучший исход тогда получается? Ну, для них это худший исход. Потому что Трамп будет сидеть только один срок. Один. А Венс за 8 лет превратит их в порошок. Сотрет их в порошок. Да, дилемма сложная. Но, тем не менее, мы знаем, что этот политический противник, как бы ни назови сейчас эту партию, очень опасен. Опасен тем, что там изобретательности вагон и тележка. Республиканцы рядом не стоят здесь. Это я абсолютно совершенно четко могу озвучить. И что будет придумано, сделано, какие схемы и какие, возможно, телодвижения. Вплоть до того, что и даже и у нас были в континенте публикации, что относительно всевозможных технических средств, возможностей, ну и так далее. То есть... Готовым-то надо быть ко всему, потому что, понимаешь, я бы не хотел, чтобы твой оптимизм, это прекрасно, но чтобы воспринимался так, что все уже, дело сделано, дело в шляпе, можно спокойно откупоривать шампанское и вообще даже не идти на голосование, а зачем, уже все решено. Вот это бы ощущение я хочу немножечко как-то подобрать. Никакое шампанское открывать не надо. Наоборот, надо готовиться к тому хаосу. У нас была передача пару месяцев назад по поводу хаоса, который они смогут создать. И все эти группы типа BLM, там, Антифа, да, вот, ну... они сейчас вроде как бы законсервированы, потому что антисемиты сейчас главная пробивная сила у демократов. Какая сила будет задействована, не знаю, но готовиться к этому надо. Надо к этому готовиться. Может быть, мы поэтому посвятим отдельную передачу. Да, но все должны знать, что к 5 ноября все, кто слышит эту передачу, иметь должны запас лекарств на 3 месяца вперед. Лекарств. Иметь наличные, хорошо спрятанные, не в банке, чтобы лежали, а вот у вас дома. В вашей банке. По поводу оружия уже поздно думать. Но купить газовый баллончик перцовый можно. Они бывают разные. Я показывал большие. Вот у меня тут где-то есть маленький. Вот маленький вот такой вот есть. Разрешенный во всех штатах. Okay? Все это нужно иметь. Обязательно к 5 января несколько цистерн бензина, воды, чтобы у вас было достаточно на неделю. Все это нужно делать, потому что мы Как Игорь сказал, мы имеем дело с партией, которая, ну, достаточно опасная. Я уже сказал, что Трамп должен был быть мертв к сентябрю. Этого не получилось, поэтому мы с тобой спекулировали, нехотя, что еще они могут сделать. Я вообще боюсь сделать предсказания, они сбываются, это плохо. Вот теперь следующая цель – это самолет Трампа. Трамп-ман. Да. Это следующая цель для убийства, это всем известно. Дело в том, что на территории Соединенных Штатов уже заведено 9 ракет, да. Стингеров класса «Земля-воздух». И уже есть 3 группы людей, за которыми следят, которые готовы, значит, все это дело выстрелить. Ну, понятно, что делать это без патронажа спецслужб американских невозможно. То есть тут же поймают, тут же посадят в тюрьму. То есть если это происходит, это санкционировано кем-то. И вот мы имеем дело вот с такими людьми. Будьте готовы, господа. Шампанское купите, чтобы оно хорошо охладилось к утру 6 ноября. Но открывать его совершенно рано. Да, еще это... есть время. Посмотрите прошлую передачу, где мы опубликовали сроки регистрации для выборов. Еще есть время зарегистрироваться. А в некоторых штатах, в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, выборы уже идут. Выборы уже идут. В таких штатах, как Флорида, все это уже идет. И по первой статистике предварительного голосования
Картина очень неприятная для демократов. Они проигрывают. Они проигрывают. Все это знают. И все, кто слушает нашу передачу, должны это знать. Но готовьтесь. Готовьтесь. Эти люди не уйдут в тень без сопротивления. Они будут отстреливаться до последнего патрона. Да, конечно. И там всегда, когда есть вариант А, у них варианты Б есть. Это независимо от того, кто выходит вот так на поверхность, достаточно случайным образом, но политтехнология у них, поверьте, очень хорошо работает. Мы знаем, что в 2008 году вот такой комьюнити-организатор, и там буквально там, сколько он в Сенате просидел, когда он тоже там нарисовался буквально на некоторое время, и тут же в дамки. Как это происходит, господа? Задумайтесь, это совершенно ненормальный ход событий. То есть, если даже поминая, опять же, Синильного нашего, ну, он, как ты правильно говоришь, имеет биографию, имеет, он отсидел, слава богу, и в Сенате, и везде с молодых лет. И, как говорится, набрался чего-то. А тут вот случайные люди и такая же Камала. Кто бы мог подумать в 2020 году, что человек, который на праймерис демократов первая как пробка вылетела, потому что одна лишь в ее сторону вот эта атака – и то такая достаточно спокойная Тулси Габбард, и все, ее вот просто вот в пыль. Но напомню, что Камалу навязали Байдену. Да. Сказали, знаешь что, пришло время черного вице-президента, который потом будет президентом. Да. Он пытался от нее откреститься, не хотел ее. Партия сказала, надо. Байден ответил, ну хорошо. Но он отыгрался на них. Я уже рассказал, как он это сделал. Отыгрался на них. Ну, вот я думаю, что мы, тема вот примерно заявлена, если не будет еще каких-то, которые перекроют это. Вот и, кстати говоря, ты упомянул спецслужб. И вот этот момент очень нервирует и напрягает. Почему? Потому что когда спецслужбы на службе у одной из партий, это очень опасно, у них есть и умения, и есть возможности, и так далее. То есть мы здесь в определенном плену, и мы не знаем, как они себя поведут, потому что у них тоже кое-у-кого зад подгорает, потому что они понимают, что их выкинут оттуда буквально в первый же день. Вот тут даже нет сомнений. Трамп обозначил, кто это люди для него, и что они в его судьбе делали. Вот тут вопрос. Большой. Как они будут и насколько они вмешаются в ход событий? Мы не можем на этот ход событий никаким образом повлиять или предугадать. Что мы можем сделать, это подготовиться к этому. Я уже сказал вкратце, как готовиться. Имейте запас еды, воды, самое главное, лекарств. Беспокойтесь о стариках, которые не могут ничего сами добыть. Сделайте так, чтобы у них был запас наличных, потому что неизвестно, будет ли завоз товаров и продуктов в магазины, потому что хаос может быть такой. Ну, сколько сторонников Хамаса и Хизбаллы в Соединенных Штатах? Не знаю. Вполне возможно, миллионы. Вполне возможно. Поэтому, что они сотворят, какой приказ получат, то и сотворят. То и сотворят. Хорошо, на этом мы, пожалуй, закончим. Я надеюсь, что твои предупреждения будут услышаны. И в свою очередь добавлю, что, господа, по-прежнему мы за то, чтобы вы были активны, чтобы вы голосовали, чтобы вы не сидели дома и не ждали милости от природы, так сказать. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех за поддержку.
кто поддерживает нас, за ваши лайки, репосты, комментарии, донаты. Ну, вот строчку я запустил, все там это написано. Не забывайте подписаться, чтобы не пропускать наши видео. Спасибо и до новых встреч. Счастливо.